Они сказали: «Сынок, ты не такой, как все. Ты рожден для подвига». Как ни странно, они были правы. Я Эндрю Райан, и я пришел, чтобы спросить у вас, разве не имеет права человек на то, что зарабатывает в поте лица своего? Нет, говорят нам в Вашингтоне, все принадлежит бедным. Нет, говорят в Ватикане, все принадлежит Богу. Нет, говорят в Москве, это принадлежит всем. Я отверг эти ответы. Вместо них я выбрал нечто иное. Я выбрал невозможное. Я выбрал восторг. Город, где художник не боится цензора, где великое не ограничено малым, где ученого не стесняет ханжеская мораль. Восторг может стать и вашим городом тоже.
маяк горит, как адский огонь. Похоже, там самолет разбился. Мы посреди Атлантики. Как могло? Не знаю. Лучше убирайся оттуда, живее! Мутанты на подходе. Шутишь? Откуда тебе знать, что кто-то сюда идет? Потому что спускается батисфера. Значит, у нас скоро будут гости. Еще минутку. Батисфера поднимается. Джонни, тут повсюду включились сирены. Давай быстрее. Простите, сударыня. Я не хотел мешать. Не трогайте меня. Отпустите меня. Оставьте себе мое оружие. Неужели новенький? Не мог бы ты взять коротковолновую рацию? Уж не знаю, как ты уцелел в авиакатастрофе, но я вообще не любитель задавать вопросы провидению. Я Атлас, и моя задача — сохранить тебя в живых. А теперь вперед! Нам надо перебраться повыше. Вдохни поглубже. И выходи из батисферы. Я не дам тебе пропасть. Нам надо выманить ее из укрытия. Но для этого ты должен мне довериться. Сильнее, чем Геркулес, и может зажечь огонь.
Бонни, щелкнув пальцами. Ты такой же, как мой папа, мистер. Нет, если ты не приходишь к саду собирателей, то нет. Все умные папы заряжаются в саду. Сейчас переписываться. Так что стой смирно, и все будет хорошо. У этой рыбки такой вид, словно ей только что отдавили хвостик. Интересно, у него еще осталось хоть немного адама? Да ты просто слабак! Эта рыбка даже не достойна того, чтобы скормить ее большому папочке. Трус! И всегда таким был! С железным папочкой тебе будет не лучше, рыбешка! Станет ангелом. Ты в порядке, парень? Когда принимаешь плазмиды в первый раз, это сшибает с ног. Но зато теперь самое время лезть в драку, да? Помни, удар на раз-два!
Ох, деньги! Вызови! Написано в книге. Хорошо одевайся, улыбайся и будь собой. Ай. Передайте Райну, что мне очень жаль, я больше не буду. Нет, пожалуйста, пожалуйста, не надо. Тут все... Сегодня, а не тогда, когда ты был таким теплым и сладким. Почему мамочка не может прижать тебя к груди и почувствовать твои зубки? О, нет, 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 нет! Тело. Мы не могли с этим справиться. Лучшие друзья убивали друг друга, младенцев душили в колыбели. Весь город взбесился. Открывай!
последний раз предупреждаю. Бреда! Последний раз предупреждаю. Бреда! Открывай! В последний раз предупреждаю. Бреда! Осторожно. И будь любезен, опусти оружие на секунду. Открывай! В последний раз. Думаешь, там ребенок? Не обманывай себя. Она теперь одна из сестричек. Кто-то пришел и превратил очаровательную малышку в чудовище. То, что ты считал добром и злом там, на поверхности, здесь, в восторге, не имеет никакого смысла. Эти сестрички — носительницы Адама, генетического материала, на котором держится все в восторге. Все его желают. Всем он необходим.
мутанта, бей его электроразрядом. Открыть выход прямо отсюда. Так скажи мне, друг, какие мерзавцы тебя послали? Волки из КГБ? Или шакалы из ЦРУ? Послушай, восторг — это тебе не затонувший корабль, который можно грабить, а Эндрю Райан — не наивная девочка, которую правительство можно обвести вокруг пальца. На этом все. Гудбай или до свидания. На любом языке, на каком пожелаешь. Познакомился с Эндрю Райном, кровавым королем восторга. Будь он неладен. Теперь ищи доступ к аварийному выходу.